Привет, рыболовы, охотники и любители отдыха на воде. С вами Антонович. Хочу рассказать и показать, как я сделал съемный номер на лодку ПВХ. Почему съемный? Да потому что не хотелось пачкать краской лодку, наклейки делать самодельные какие-то. Вот. Вдруг захочется поменять лодку, обязательно захочется взять более крупную, более длинную лодку, так как добавился у нас оператор, и нам тесновато в нашей лодке. И вот тут и возникнет проблема, как продать лодку, как счищать номера старые и так далее и тому подобное. Во избежание этих проблем мы изготовили такие съемные номера. Как мы их изготовили? Берем пластик белого цвета, можно и не белого, не обязательно. Тонкий, легкий, но прочный пластик. Заказываем на липкой ленте номера. Такие номера обычно клеятся на борта жестких катеров, лодок. На надувную лодку можно наклеить его, конечно, но он тут же сойдет после первой рыбалки. А на пластике он держится очень хорошо, уже 4 года без проблем. Просто надо равномерно наклеить, разглаживая от середины по краям, чтобы не было ни пузырей, ни никаких других полосок образований. Но это просто надо аккуратно сделать. Вот. Потом, для того, чтобы он хорошо прилегал к лодке, нужно немножко изогнуть пластик этот. Вот такой формы сделать. Ну, по форме корпуса лодки надувной. Дальше берем, ставим колечко или же звено из цепочки. Делаем 2 отверстия сверху. И ставим пристяжные карабинчики 2. Дальше вы увидите, как они работают и куда они пристегивают этот номер. Внизу на скорую руку я сделал вот такой грузик, подвесил. Но можно это сделать и по-другому. Можно сделать 2 клипсы тут свинцовые. Засверлить отверстие. И заклепать свинец сюда и сюда полосочку. И оно будет выполнять ту же функцию. Хотя можно еще дальше пойти и сделать еще более надежную. Тогда уже никакой, вообще никакой ветер не сможет поднять или на скорости номер и опрокинуть его. То есть мы делаем тут цепочку или же шнур ставим с карабинчиком коротенький. И в одной полоске отбойники на лодке есть там место, где можно сделать маленькое отверстие, поставить колечко маленькое. И туда его на таком же карабинчике пристегиваем в третью точку крепления. Номер будет лежать как влитой. Установить и снять номера на лодку занимает 2-3 секунды времени. Это мы проделываем перед рыбалкой и после ее. Смотрите, как это все выглядит на водоеме перед рыбалкой или после ее. Эти номера крепятся с помощью 2 карабинчиков на шнур наш. Вот таким образом. Это занимает считанные секунды. Вот. Соответственно, и снять тоже их считанные секунды. Грузик у нас специально для того, чтобы ветром не подымало и не задирало их во время движения. Вот. Да, и во время ветра. Вот. И по форме они немножко выгнуты, чтобы плотно ложились на корпус лодки. И груз можно не подвешивать, а можно просто
две клипсы сделать свинцовые здесь. Засверлить и заклепать две клипсочки. Оно будет компактно и не видно болтовни этой. Это мы на скорую руку просто сделали. Вот. То есть пристегнули и все. Не надо ничего рисовать на лодке. Если вам понадобится продать ее, вы просто снимите номера и продадите лодку без проблем. Не смывать, не сдирать, ничего не надо будет. Все. А вот теперь с этой стороны сними, короче, и покажи, как она снимается. Кидаем нам в ящик рыболовный основной, и все, и они лежат. И лодка как младенец, чист. С вами был Антонович. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Удачи вам в жизни и на рыбалке.